Как выяснилось, сейф не самое надежное место для хранения денег. Вскрыть его может быть и проблематично, а вот унести с собой – нет. Ночью на улице Дюковской неизвестные проникли в офис через окно на первом этаже. Воры сорвали решетку и разбили стекло. Несмотря на то, что объект находился под охраной, злоумышленникам удалось похитить сейф и скрыться с 3 миллионами рублей. Возбуждено уголовное дело.